интересует. Да. Награда за пророки, много интересно. Да. Доброе утро. Доброе утро. Проповедь называется... Проповедь ми се казва... Бог, Господин жатвы. Бог е Господаря на жатвата, на житвата. Читаю из Библии. Читаю от Библии. Сегодня это звучало уже из уст прославления. Днес вече го чухме от... Но я читаю. Прославители. Это очень неизвестный, мало знакомый текст из Библии. Това е малко познат текст. Вы, наверное, его вряд ли слышали. Може да не сте го чували. Но если слышали, обаче, то это, наверное, большая чували, редкость. Това е голяма читаю. Редкость. Потому говорю вам. На какое место? Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Затова ви казвам всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, кто, и ще ви се сбъдне. Кто читал это место в Библии? Кой го учел това място от Библията? А кто пользуется этим? Есть такие люди, которые используют это? Има ли хора, които го стоят използват? На этом слове и говорят, които если я попросил в молитве, и казват, че ако съм молил значит, молитва, так оно и будет. Значит, така ще бъде. Да? Это же самый ключевой момент. Това е най-ключевия момент нашей веры. На нашата вяра. Мы же верим в то, что написано в Библии. Вярваме в това, което правильно? Пише в Библията, нали? Если в Библии написано, и ако в Библията го пише, значит оно так. Значит, така. Если написано, что ранами и ако Иисуса пише, че я исцелен, через ранените на Иисус Христос съм исцелен, то значит оно так. Значит, така. Вот сегодня я утром и сражался. И днес утринта се сразявах. Мягко говоря. Леко казано. Я знаю, что то, что написано в защото Библии, знам, это това, правда. Пише в Библията, е истина. А то, что говорят мои а това, органы чувств, моите глаза, органите, уши, моите ощущения, моите усещания, это не имеет никакого значения, никакого если слово говорит другое. Защото словото казва съвсем друго нещо. Вот у... Бывает, что у кого-нибудь что-нибудь вдруг заболит? Случва ли ви се нещо да ви заболи? И это очевидно, и это явно, очевидно, это видно, явно это ощущается, то се вижда, это плохо, это противно е лошо, и отвратительно. И отвратително. Но слово говорит, обаче, ранами казва, Иисуса че, я исцелился. На Иисуса исцелен. И когда это происходит, и когато това се случва, то тогда у меня один единственный путь. Я начинаю само говорить, что ранами Иисуса я исцелен. Имам да се исцеля чрез ранените на Иисус Христос, защото така пише. Потому что я прошу Бога, и Он защото исполняет. Защото аз моля Господ, и Той изпълнява. А оно болит. То ме боли. А я вижу. Глазами обаче, вижу. И я не сумасшедший си, еще пока. И още не съм лут. И что мне делать? И какво да правя? Решение одно единственное. Продолжать верить в имаме то, что написано. Имаме само едно решение. И не верить то, да, то, что подбрасывает дьявол. Да вярваме на това, което пише, и да не вярваме на това, което казва дьявол, веру. Защото той не проверява вярата. Итак, я хочу сказать очень важную вещь. Искам да кажа едно нещо важно. Места Писания, че местата от Писанието, ключевите места, которые приходится читать каждый день, не се налага да четем всеки ден, день, и да използваме всеки не ден, должны быть затертыми, не трябва да са изтъркани, не должны быть рутинно не привычными, да са, да, да свикваме с тях. От этих слов нужно вздрагивать каждый раз. От тези думи трябва да ни... Если просишь чего в молитве, трепери сърцето всеки верь, път, что получишь, и ако молим и за нещо в молитва, то ще се сбъдне. Потому что мы молимся, защото ние се молим до свидания. И довиждане. И ничего не происходит. И ничто не се случва. Итак, если просим чего в молитве, то стоит верить, потому и ако что молим будет. За нечто в молитва, трябва да вярваме. И все зависит от того, верим мы или нет. И всичко зависит от това, дали вярваме или не. Олег Григорьевич, я уже два месяца молюсь, ничего не происходит, Олег Григорьевич, вы меня дуете. Вече от два месяца се моля, и ничто не се случва, вие говорят, ме лъжите. Ми хоть казват. 200 лет. И 200 години може да се молите. Хоть миллион лет, все или равно. Миллион години, потому что истина написана тая, в Библии, защото истината а не в нашей пише в Библията, а не в нашата глава. Два дня назад или три дня назад я получил такое обличение. Получих обличение. Хочу поделиться с этим. Искам да споделя с вас. Но не столько обличение, это уже сильно, наверное, сказано, но такая поправка силно, очень казано, серьезная от Бога. Обаче подсказка от Господ. Я получил это через одного проповедника. Получил его через один друг проповедник, който известен. Я прям почувствовал, когда я это прочитал, я прям почувствовал, когда он меня обличает. Аз усетих, че Господ ме обличава. Вы помните, апостол Павел спомните ли си, говорил апостол Павел о церкви, е казвал за как невесте, църквата, като за невяста, а Иисусе Христе как а за Иисус Христос, женихе. Като как жених. Младоженец. Младоженец.
Да, младоженец. Так вот, что я получил? И какво получих за себе си? Бог, я верю, Бог сказал мне так. Аз вярвам, че Бог ми каза. Он говорит, ты похож той на казва, жену, ти приличаш на жена, которая в отношениях с мужем, която е в отношения со своим мъж, преследует только одну единственную цель. Преследва само една единствена цел. Рожать детей. Да ражда деца. Муж интересен как тот, кто помогает в этом. И мъжът ти интересен като один онзи, раз, който ти помага с това. Един път и 9 месеца след това виждане. И какво мисли мъжът, какво усеща мъжът, как живее той. Любят его, дали любиш ли ти его, ти го обичаш, не любиш, или не го обичаш, его, дали го питаш, шепчеш ти ему, дали му шепнеш, дали имаш някакви отношения с него, душевные, духовные, душевни или близки, духовни, любые, близки, всякакви. Тебя это не интересует, теб не ты производишь детей. Ти само произвеждаш деца. Ты все время просишь детей, ти постоянно молиш за деца, деца, детей, 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 еще детей, еще детей. Ты считаешь, что ты жена, что ты должна рожать жена, детей, и поэтому ты деца, добросовестно делаешь свою работу, а мужем ты работата, не интересуешься. А не се интересуешь от мужа. Я аж вздрогнул. Ясно, право, се потрясу. Конечно, я говорю Богу, и казвам, разбира се, что я тебя люблю. Че конечно, я говорю Богу, что ты мне нравишься, Господ, что ты так много для меня сделал, что я тебе благодарен. Теб, но где люди, которые мне нужны? Почему мое служение не работает так, как надо? Почему мало людей и за что ему малку хора, приходят к Иисусу Христу, как Христу? Почему мало кается? Ну дай мне людей, ну дай мне людей. Где люди? Что сделать, чтобы были люди? Что сделать, чтобы еще лучше было? Чтобы везде люди были, чтобы в церквях люди были? Дай мне это, дай мне это. Вот это я такой. Я сам таков. Он говорит, а ты не интересуешься, и казва, кто я. Ты не се интересуваш, кой сам аз. Ты не интересуешься, ты не се интересуваш, что я какво мисля. Ты не хочешь, чтобы я тебя научил ты меня не искаш, любить. Аз да ты научу, ведь это да же я произвожу людей. И, за что-то аз ведь это же хора, я тебе все даю. За что-то аз ты дам почему всичко, ты мной не интересуешься? За что не се интересуваш от мен? Тебе надо поставить все с головы на ноги. Ти трябва да обърнеш всичко с главата надолу. Тебе нужно любить меня. Ти трябва да обичаш мен. Разве ты не знаешь, что ты должен познавать меня? Не знаешь ли, че трябва да познаваш мен? Твоя главная задача меня познавать, а не людей приводить. Главната ти задача е да познаеш мен, а не да довеждаш хора. Если ты меня будешь знать, люди будут автоматом. И ако ме познаваш мен, хората ще идват автоматично. Ты ошибаешься. И ти грешиш. И я это так прочувствовал. И аз я, конечно, усетих, догадывался, что се, аз се что-то неправильно. Че нещо не е наред. И все это я понимаю. И разбирах всичко това. Но когда был приведен вот этот пример, обаче, когато ми дойде този пример про жену, которая за жена, жаждет която только детей иска и, само лица, и не се интересува от мъжа, вообще, изобщо, ни как личностью, ни как не като личност, мужем, ни как любовником, ни как партнером, мъж, ни, като партнер, никак. Като никакъв. Вот тут до меня дошло. И тук се усетих. Возможно, это вот такое свидетельство и мое, едно мое свидетелство, которое я сделал в качестве вступления, което направих като въвеждане, кому-то поможет скорректировать свои отношения в молитве. Может быть, ще ви помогне да си коректирате отношенията в молитви. Ну а теперь по теме, которую я хотел затронуть. А сега по темата ми. Примерно 10 лет назад. Някъде преди 10 години. Я, может, даже больше. Может быть, даже повече. Я человек, который, ну, как бы вырос на учении Кеннета Хейгена. Я учился человек, в учебном... израснул по учению на библейском Хейген, центре Кеннета Хейгена. В библейский центр на Кеннет Хейген. И научен на его книгах. Знаете, и бях учен Хейген? От негови книги. Да. Это великий такой проповедник, това который 70 проповедник, лет служил Богу. 16 лет он умирал, уходил на Господ, в ад, и Бог его спас. И когда умирал, и вот Господь он... го и спасил. Очень много сделал для Бога. И вот он как-то в одной из книг, которые я все и перечитал почти, книги тему, значит, он сделал такое заявление, что заявление. Он говорит, я был проповедником уже, и пастором казал, 14 лет, бил проповедник вече 14 години, и однажды с одним верующим служителем, и веднъж с один вярващ служител, разговаривал, тот ему сказал, говорих, и той ми каза, я начал молиться молитвой Павла из да послания Ефесяна. С молитвата на Павел от Ефесяни. И в моей христианской жизни начались удивительные перемены. И в христианские ми живот започнаха одни невероятные промени. Я стал больше видеть, больше понимать, больше чувствовать. Да разбирам повече, да чувствам.
и стал сильнее в служении. И станах посилен в служении эту. И Кеннет Хейгин говорит, я прислушался к тому, что он сказал, и каждый день начал молиться этой молитвой. Чеси слушах това, което той каза, и започнах всеки ден да се моля с тази молитва. Читаю вам эту молитву, которая молится апостол Павел. Чита ви тази молитва, с която се моля апостол Павел. Это какое место? Ефесянам 1 глава. 16 стиха. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Ефесяне 1 глава 16 стих. «Затова непрестанно благодаря Богу за вас и ви вспоминам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Иисус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. И да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, каквото е богатството между светиите на славното от Него с наследство. И как безмерно величие могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которая воздействовала во Христе. И колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите, сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ. И вот этот человек... Проповедник говорит, что я начал молиться этой молитвой. И тот же человек проповедник казва, что я започнал да се моля с тази молитва. И стал молиться каждый день. И започнал да се моля всеки ден. И через полгода я вдруг ощутил, что я другой. И след половин година аз усетих, че съм совсем различен. И я, говорит, сказал своей жене, ты, говорит, представляешь, я сейчас не понимаю, о чем я проповедовал 14 лет. И казах на жена си, представишь ли, аз даже не разбирам, за какво съм проповядвал. Все эти годы я ничего не понимал. 14 години. При всички тези години только не съм разбирал нищо. И само сега започвам да разбирам. И он дальше, ну, рассказывает, как сильно повлияла эта молитва на его служение, да рассказва, и вообще на как повлияла тази молитва на его върху негово служение и христианския му живот. Это было 10 лет назад. Това е било преди 10 години. Я это прочитал. И аз го прочетох. Я доверяю этому человеку. Аз се доверявам на този човек. И у меня мелькнула мысль. И ми мина една мисъл. А не попробовать ли мне помолиться? Дали да се опитвам и аз да се помоля по същия начин? Может, я помолился, я сейчас не помню, раза 2-3-4. Я се помолих 3-4 пъти. И перестал. И спрях. Полгода назад. И преди половин година. Я вдруг решил, что я буду молиться этой молитвой. Аз реших, че ще се моля с тази молитва. Каждый день. Всеки ден. Каждый день. Всеки ден. И я начал. И аз започнах. И я начал. И я говорил. И аз казвах. Господь. Господи. Я прошу тебя. Аз те моля. Дай мне духа премудрости и откровения. Дай мне духа на премудрости и откровение. К познанию тебя. Да ты позная. Просвети очи сердца моего. Просвети очите на моето сърце. Духовные глаза мои. Духовните ми очи. Чтобы я мог понять, зачем я нужен тебе. Да мога да разбера защо. Какова надежда призвания твоя. Ты нуждаешь от мен. Какво е призванието ми. И какое славное наследие твое для меня. Твое наследие чтобы у меня была мотивация. За да има мотивация. Чтобы я еще сильнее для тебя трудился. За да се трудя още по-силно за теб. И как безмерно величие могущество твое. И колко е безмерно твое могущество в мен. Верующим по действию державной силы твоей. Вот так своими словами по этой молитве я просил о двух вещах. За две неща. Я просил о двух вещах. Я говорил. Я молюсь по слову твоему. Аз се моля според твоето слово. Это твои слова. И това са твоите думи. Которые апостол Павел сказал. Които е казал апостол Павел. Ты не можешь никуда от них отойти. Ти не можеш да мръднеш никъде от тях. Выполнишь это. Ти во всеки случай ще ги изпълниш. Самая сильная молитва это когда я молюсь по слову твоему. И най-силната молитва е когато се моля по твоето слово и не си измислям нищо. Мне нужен дух премудрости и откровения. Ми трябва духа на премудрост и откровение. Чтобы я мог тебя познавать. Да мога да те позная. И мне нужно, чтобы мои духовные очи были открыты. И ми трябва очите ми, духовните ми очи да са отворени. То, чего не видят обычно. Да виждат това, което не виждат обикновените очи. Искам по-силно. И начались какие-то перемены. И започнаха някакви промени. Примерно через полгода я вдруг ощутил, даже меньше, я вдруг начал замечать. Година аз започнах да забелязвам. Я вдруг начал замечать, что я больше понимаю. Че почвам да разбирам повече Божието слово. Я больше вижу. Повече виждам. Что у меня какие-то другие совершенно мысли и подходы к моему служению. Различни мисли и подход к служението. Что я становлюсь другим. И люди стали мне говорить, различен, что Олег Григорьевич, вы какой-то другой. Олег Григорьевич, я ты вече си по-различен. Стал проповедовать под помазанием. Започнах таким, да проповядвам повече под я помазанието. Я сам это ощущал. Усещах го. И вдруг я осознал. И изведнъж осъзнах. Что когда просишь чего в молитве. Че когато молиш за нещо в молитва. И молишься по молитве. И се молиш.
и Слово Божие, по молитве, според Божието Слово, тогава то мне потребовалось 10 лет, и мне потребовалось 10 години, чтобы дойти до этого, взять и сделать. До това и да го направя. Я задаюсь вопросом, почему я такой? И си задам вопрос, защо съм таков? Почему я сразу это не сделал? Защо не го направих веднага? Где бы я мог быть уже за Къде эти 10 лет? Да бъда в тези 10 Если години? Бы мне этот дух премудрости и откровения властвовал во мне, ако как я просил. В мен духа на мудрость и откровение. Почему я такой бестолковый? Защо съм толкова? Это удивительно. Я над... Ведь это означает, что я во всех сферах стану лишь круче. Това значи, потому че что духовные глаза открываются, и щелочек превращается в широко открытые глаза. И вот однажды вот что произошло, и не так давно. И случай следното. Как одно из проявлений, того, что эта молитва вот стала срабатывать. На това, че тази молитва започна да работи в мой живот. Я стал видеть самое главное. Започнах да виждам най-главното. И вот то, с чего я начал. И това, от което започнах. А я начал с того, что Бог поправил меня, как мне надо относиться к Нему. И започнах с това, че Господ малко ме поправи. Как молиться, как да се отнасям към Него и как да се моля, его, за да го търся повече и да го познавам, за а не да го моля само за служението си, искать Бога. А да търся это повече еще Бог. Раз одно подтверждение това е того, още едно потвърждение на това, мудрее, че аз ставам по-мъдър и Бог ми отговаря. Это можно было бы мне так до самого финала молиться, как я молился. Бих могъл да се моля до самия финал, както аз се молях преди. Дали работи, не работи, няма значение. Я поверил Слову Божьему. Обаче, аз повярвах на Божието Слово. И оно стало происходить. И то започна да се сбъдва. И вот я читаю. И чета. Из Библии читаю вам. Евангелие, сейчас скажу. Евангелие от Луки, 10 глава. Евангелие от Лука, 10 глава. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим за всякий, во всякий город и место, куда сам хотел идти. След това, ну, давай. След това Господ определи други 70 души и ги изпрати по двама пред себе си во всеки град и място, гдето сам той щеше да отиде. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И каза им, жетвата е изобилна, а работниците малко. Затова молете се на Господаря на жетвата, да изпрати работниците в жетвата си. И он дальше сказал, что идите, я посылаю вас как агнцев среди волков. И нататък казва, идите, изпращам ви като агнета посред вълци. Потом он тщательно их проинструктировал. И след това ги инструктира. И дальше, с 17 стих. И вот 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. И 70 си върнаха с радост и казаха, Господи, в Твоето имя и бесовите се покоряват на нас. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. А то им речи, видях сатана, паднал от небето, като светкавица. Все даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражу, и ничто не повредит вам. И ето давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Обаче не дайте се радва на това, че духовите ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написаны на небесата. Если я вам покажу сейчас текст, как я набрал это здесь. И ви покажа сега как съм написал текста. Видно, что да, одни маленькие буквы, тук други личи, большие. Че едните букви са по-малки, другите по-големи. И вот кто не читал Евангелие? Който не е чел Евангелието. И вот это, кто не читал? И който не е чел това място. Верующий, конечно, читал много раз. И я много раз читал. Всеки верующий, разбира се, го е чел това място. И вдруг я осознал. Изведнъж осъзнах. Вдруг я осознал, то чего мы просим. Това, за което молим. То, о чём мы молим. То, чего мы жаждем, това, което искаме, это очень важно, е чтобы были важно. Исцеления, чтобы были чудеса, трябва да чтобы были проявления чудеса, Божьей проявления силы, на Божията чтобы мы чувствовали сила. И видели, как и Бог да работает в нашей да жизни. И как Господ работает в нашей живот. Но здесь Иисус совершенно точно и ясно говорит. Обаче тук Иисус ясно не казва.
Он говорит, что вы удивляете, что вам повинуются бесы? За что се учудвате, че ви се повеляват бесовите? Я же вам говорю, сатана уже побежден, он сброшен. Сатана е бил победен. Я его видел. И я вам дал власть. Я сам ви дал власть. Чего вы удивляетесь? За что се учудвате? Вы не этому радуетесь. Не се радуйте на това. Ребята, не этому радуетесь. Хора. Но радуйтесь а тому, что това, имена ваши написаны на небесах. Имена ваши на небесах. Не важно, что сегодня у тебя денег там не хватает. Важно, не важно, что пари, сегодня по твоей молитве, может быть, бесы не выбегают никуда. Бесовите, но ты должен изгонят, радоваться, обаче, что имя радовать, твое на небесах. И это на самое небесата, главное. Миллиарды людей в ад уходят сегодня. В ад уходят. Они даже не догадываются. Даже они думают совсем по-другому. Они даже не могут представить, чего они не знают. Потому что они не могут знать того, чего они не знают. Они просто не знают. Ты просто не знает. И они уходят навсегда в ад. И заминают завинаги в ада. И вот дальше прозвучали слова, которые и для даже меня чухме как, думи, как будто за мен что-то перевернули во мне. Написано, в мен. Молите господина, и он говорит, итак, сказал им, жатвы много, а делателей мало. Голямая жатва-то, обаче, няма работници. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И да молите господаря на жатвата и да вот исправите я смотрел работницы. Вот в это, и я вдруг я понял. Я взглядах в това място, изведнъж разбрах. Он говорит, чтобы мы молили господина жатвы. Той не казва, ние да молим господаря. Чтобы он выслал. Той да исправите. Я молю, аз чтобы моля, он выслал. Той да исправите. И я вдруг понял. Изведнъж разбрах. Вот то, о чем сейчас пастор това, говорил. За което пастора говори. Наверное, лет, может, 8, 7 может, или 9, 8, я не знаю уже точно. 9 години. Я в интернете каждый четверг провожу в интернет такие вся, встречи, всякий четверг провеждам встречи. У меня есть партнеры, и имам партнеры, которые покаялись. Които се покаяли. Партнеры, я создал такую молитвенную группу. Создадох молитвенную группу. И мы ходатайствуем за других людей, чтобы они пришли услышать слово. И ние се грижим за това хората да чуят слово. Ну, вот да пастор сказал правильно все. В четверг время в интернете на один час с небольшим люди приходят. И в четвертак за один час и повече хората се включват с нас по интернет. И вот, ну, не бывало такого, чтобы там 4, 5, 6 как минимум человек не покаялись. Обаче не се случва, четирима, петима души поне да се покаят. Все каятся? Нет, конечно, не все. Разбира се, не всички го но правят. У меня есть возможность, каждый четверг, всеки четвертак, независимо ни от чего, независимо от нищо, в 20 часов московского времени рассказывать свое свидетельство. Да рассказывам своето свидетельство. Я очень просто это делаю. И го правим я говорю лесно. О себе. Аз се разказвам истории, за себе си, за своята история и то, что Бог сделал в моей и за това, жизни, което Господ направи людей. В мой живот самым простым и в образом. Живота на другите хора. И иногда два, иногда, ну, два, не знаю, не помню я такого, но 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 с лишним человек хора, за один раз, за один день, каждую неделю. Это какая-то цифра. Это какая-то цифра. Цифра. И иногда это подтверждается тем, что я встречаю людей, которые говорят, Олег Борисович, я на слове на сейчас покаялся. Срещам някои хора, които я ми казват, че из вас се покаял. Я служу вот там-то, вот на нас в Новгороде, там понятия не имею, где какие люди. И даже не, я аз был нямам в Алании, вот из Алании я приехал. Бях в Алании, виднъж. Вот Максим. И пастор Максим. Осколков. Пастор этой церкви. Мы приезжаем в церковь, он встречает у порога. Церковь, той не посреща. Мы с женой заходим, он говорит, Олег Григорьевич, Олег Григорьевич, я был? Я говорю, где ты был? На Кипре был. Я говорю, а что ты там на Кипре? Он машину вывозил, и там, значит, надо было выехать. И той пастор Максим бил на Кипр. Да, и говорит, встретил там двух русских. И той казал, встречных там два руснаци. Ну, познакомились, я там с ними. Они собираются в Турцию переезжать, я им там дал координаты, Алания, чтобы нашу церковь лезть, они верующие. Ну, стали разговаривать, они говорят, я говорю, а как вы покаялись? Олег Григорьевич нас привел к Богу. Я сгипитах, сейчас, как се покаяхте, и той казва, Олег Григорьевич не довел. Я не знаю, при хорошо Бога, это или плохо, но, и не знам, наверное, това, хорошо, дали приятно, или во всяком случае. То есть я хочу сказать, что, обаче, что искам ты да кажем, не знаешь, где что ти происходит. Знаешь, твоя работа сеять. Къде, какво се работа случва, сеять, работа сеять. Ты тебе да сеешь. И я это делал. Я сгу направих. И вот люди, которых я побуждаю помогать хората, мне и вместе вносить моля, да помогат, общий вклад в это и дело. Да правим нечто за Господ, они приходят, одни активные, другие нет. И са активни, одни другие не са. Едните се притесняват.
Очень многие вообще не могут рассказать. Одни хора из общества не могут рассказать свое свидетельство. Вы знаете таких людей, которые не способны рассказать свое свидетельство? Не способны рассказать свое свидетельство. Бог много-много в жизни их сделал, но они не способны рассказать о том, что Бог сделал. Они стесняются. Они боятся людей. Они не имеют навыка. У них нет никакого опыта. Они не говоруны, как говорили. Я, Олег Григорьевич, лучше буду яму копать. Я говорю, ну Бог тебя из наркомана сделал человек. Мы указываем, Бог и направил от тебя наркоман. Ты видишь, вон сколько людей рассказывают. Видишь ли, сколько хора? Я не могу. Я с не могу. Они не могут даже многие пригласить, чтобы человек послушал. Но зина у тех не могут даже допуканять некую до не могут, не могут. Вы понимаете? И я это очень хорошо знаю. У меня колоссальный опыт в этом деле. Я вас знаю много добрее, имам много гулям опыт в тази работа. Я набираю, вот после слова сейчас, они... Я их всех в церковь отправляю. И след своего слова, а всички ги спрашивают в церковь. Говорю, идите в церковь. И им казвам, отивайте там. Церковь найти надо так. Полная евангельская церковь в городе. Им треба да намерите някаква церква. Выбиваешь там Воронеж, Варна. И ты попадаешь на сайт. В интернет, идешь, попадаешь на сайт и отиваешь там. Примеряешься к одной церкви, к другой. Дали ти харесва. И там, где твоя, там остаешься. Понял, понял. Където и твоята церковь оставаешь там. Разбрали, разбрах. И эти люди... И тези хора. Они же не мои. Те не са мои. Я многих даже не знаю. Мнозина от тях даже не познавам. Но я им говорю, что если вы хотите от Бога что-нибудь получить, ако искате да получите нечто от Господ, вот вы покаялись сейчас, ако сте се покаяли вы отдали сега, свое сердце Богу, вы плакали. На Бог, я спрашиваю, что вы испытали, когда вы молились? Я спитах, как люди испытали, пишут, я плачу, меня трясет, у меня, значит, там температура плачу, повышается. Повышаемся температура. И вот ты плакал, и температура у тебя повысилась. Теперь тебе надо научиться я молиться указываю, и узнать, что Бог тебе приготовил. Сега треба да се научиш да се молиш и да знаеш какво е подготвил Господ за теб. Давай, приходи, вот у нас во вторник и в субботу будет... Ила во вторник и субота. По утрам такая молитвенная группа. Я буду учить вас молиться. И ще ви уча да се молите. Вот смотрите. Но я не знаю, сколько там тысяч людей покаялось. Не знам колко хиляди човека се покаяли. Но вот я за год начал набирать Обаче, молитвенную группу. За одна година започнах да набирам молитвенную группу. И у нас там больше 500 человек. Имаме повече от 500 в молитвенной группе. В молитвенной я им группа. Объясняю, вы ходатай. Я сам объясняю вам. Если вы будете за других просить, ако се молите если и будете отдавать за другите, себя, ако се отдавате за другите, тогава ще получите. Давайте и дастся вам. Ако вы знаете давате, ще и получавате. Слышали? Да. Вот вы будете за других молиться, и ако се молите за другите, спасать других людей, по сути други дела, хора, то Бог вам будет воздавать. Тогава Господь ще ви воздава. Вам выгодно это. Това ви е изгодно. Согласны? Да. Согласны ли сте? И да. Вот там 500, там 40 или 50 человек. И нечто души. Но приходит около 100. Обаче идват около молиться. 100 тима да се учат, да се молят. А когда начинают молиться, а когато започва да се молят, то на собрание, на собранието в четвъртък приходит еще меньше. Идват още по-малко. То есть не все даже приглашают. То есть не всички канят хора. И меня это сильно, сильно как бы напрягало. И мен това я понимаю, что люди такие, и ничего с этим не поделаешь. Такива, но все равно, обаче, все пак, я знаю, что знам, огромное множество церквей на русскоязычном церкви, пространстве. В основном небольшие церкви. Обикновенно не са големи, но есть и большие. Обаче има и големи церкви. И там сидят люди. И там има хора. И они искренне верующие. И те са искренно верующие. Они любят Христа. И те обичат Христос. Они хотят Ему служить. И искат да Му служат. Но они не могут служить, кроме как обаче не могут да служат, подметать. Освен, да ну что-нибудь такое пода. Простое делать. И да правят някакви лесни задачи. Абсолютное большинство не удовлетворены собой. Повечето от тях не са удовлетворени от себе си. Потому что я верующий защото человек. Защото аз съм верующий человек. Люблю Бога, и аз обичам Бога. А ничего для Него не делаю, обаче потому не что я вот такой за маленький. Него, защото съм толкова но малък. Но я вот такой скромный. И съм толкова скромен. Вот зажатый. Я такой стеснительный. Я ничего не могу сделать и для Бога. Не могу да хорошо, за она Бога. Поет, конечно. Добре вот, у нее награда будет. А я кто? Тя ему ще има награда, пък кой съм аз? Вы знаете таких людей? Познавате ли такива хора? И таких множество. И те са много. И вот я. И ето ме. Начав молиться вот этой молитвой. Започвам да се моля с тази молитва. Апостола Павла. На апостол Павел. Вижу сон. Виждам сън. От Бога. От Бога. Явно. Потому что я потом молился. Защото после се молих. Короче, беру я интервью во сне у одной женщины. Взимам интервью в сне женщина... от одна жена. Из России известная такая личность, известная личность. В интернете много подписчиков. В интернет много последователей. И она такая зловредная тетка. И тя е такая малко вредна жена. Ну, знаете, такие
которых палец в рот не клади. Знаете ли, такие вот сложишь просто фустата. Вот эпатаж, хамство. И какое-то и смелость, и бесстрашие, и не знаю, что там, но миллионы подписчиков, и она сама в ад идет, и людей туда тащит за собой. Бачи, много последователей, и у тебя фада, и таких же множество. Дырпа и другие те хоросы. В интернете множество людей. И такие хоросы много в интернете. Которые имеют десятки миллионов подписчиков, последователей. Фанатов, последователей. И они ведут их в ад. И теги волят в ада. Вот этот у нас есть там Моргенштерн такой. Тут три шестерки, он весь вот такой, его судят за пропаганду наркотиков. Его судят за пропаганду наркотиков. И у него там миллионы подписчиков, пацаны там ревут от этого дурацкого рэпа. Мчетали, вот тут неговия раб. Согласны со мной? И вот я вижу эту женщину, мы сидим с ней вдвоем, и я беру у нее интервью. Я с ней разговариваю. И говорю с ней. А она ведет себя... нагло. Пока себя держи нагло. Давай. Вот так она ведет себя. И я что-то ей говорю, а она издевается. Мне, что пока себя подиграва. Я ей говорю, она издевается. Казал мне, что тебя себя подиграва. И я вдруг... Встаю. Заставом. Она встает. Сейчас я исправлю все, что... И я делаю такое резкое движение. Я справлю одно резкое движение. Место, как рукой, и за интимное место я хваштам с рука. И мысль во сне. И мысль там его я в сне. Я же сплю. Аспя. Я же буду потом рассказывать этот сон. После чего рассказываем тот сон. Люди подумают, что у меня сексуальные. И хор тоже типа мыслят, часом у меня как сексуальные желания. Что я делаю? Какого Зачем праве? Я это делаю? И за что гу праве? Да. И материал. Она в таком комбинезоне. И тебя еще выйдет гаштелезон. Комбинезон такой... болотного цвета, широкие брюки и крепдешины, что-то такое химическое, знаете, такой колюченький такой материал. И вот просто материал в руке. Материал в руке. И, короче говоря, и на кратку указано, эту оговорку я не знаю, зачем я это делаю, но судя, не знаю, за что судя потому что она замолчала. Тям лыква. Она... пришла в недоумение в такой и вытаращила глаза и смотрит, онемела просто. И учудена мне гледа. Она никак не ожидала. Тебя я никак ее в ступор вогнал. Я стал ей говорить. Я говорю, тебя Бог знает. Започнув, да и говоря, че Господь ты познава. Он тебя знает. И теб ты познава. И он тебя любит. И я знаю тебя, ты хорошая. И аз ты познавам, ти си добра. Под маской вот этой вот, под этой личиной и эпатажности. Маска, и грязи скрывается израненная душа. Има изранена душа. Ты жаждешь любви. И ты же дуваш за любовь. Ты ищешь любви, не знаешь, где ее найти. И не знаешь, откуда да ее намеришь. Бог любит тебя. И Господь Бог тебя любит. Господь и дальше я стал рассказывать ей про и рай и про ад. Да и рассказывам за рай, за и про ада, спасение. За спасение. И она молча стояла и слушала меня. И тебя молчаешь ими слушаешь. И на этом раз все и оборвалось. И извинуешь тва прекрасно. Мне было, конечно, обидно, что я не увидел результат. Покаялся она обидно, или нет? Беше ми обидно, че не видях результата, дали се покаяла или нет. На этом оборвалось. Обаче тук спрях, спряся не. И утром я проснулся. И с утром ты се събудих. Нет, обычно, когда мне сон снится, я знаю, что надо встать и когато записать. Когато сынувам нечто, аз Если я не заставам запишу, я забуду. И записывам този сон. Я встал, я пошел встанах, в кабинет, сел, до кабинета и целый си, час седнах, сидел, писал. И записах. Утром я встал, все это перечитал, я помню, станах, никуда не делся этот сон, я помню. Прочитал, и вот я с этим сном стал ходить. И с този сын започнах да ходя, и молить. Да мисля, да се моля. И вот на второй или третий день и вечером третий, в молитве я молился. Второй день започнах и вдруг да у меня моля, такие мысли пошли. И изведнъж ми дойдоха мисли. Он говорит, ты же читал, то ми казва, ти си чел, что я сказал. Това, което съм ти казал. Молите, итак... молите Господина жатвы, да чтобы выслал Господаря на жатву свою. Да изпрати работники за жатвата. Ваша работа молить и меня, чтобы я выслал. И да молите мен, аз да изпрати работники. И я ему говорю, так мы так и делаем. Я сказал, мы так и правим. Мы так и делаем. Мы правим. А он говорит, смотрите, а что вы делаете. Как вы правите ви.
Он говорит, вот представьте себе, вас вот молитвенная группа. Чем эти молитвенная группа? Там 70 человек 70 молятся. 70 души молят. И у 20 или 30 есть результат. И результат. И в месяц человек, у нас есть списки, мы за эти, по этим спискам молимся за людей. Хора, и по выбираем список какого-то человека хората, и прицеливаемся, чтобы он покаялся. И один человек, и се молим да се покая. И вот, допустим, 70 человек в месяц молились, и 20 человек покаялись. Души все молят, и 20 се каят. Успех, результат. Успех, твой результат. Пришли к Богу. Что с ними дальше Хората будет, это уже дело Бога. Другое. Но они това, пришли, они услышали призыв Божий. Другого, обаче, потому что мы молились дошли, за них. Мы молились за них. Он говорит, а теперь смотри. И той казвал, сега ты виж, читаешь то, что я тебе говорю? Читаешь ли, кое-то тебе казвам? Ты читал, что жатвы много? Дали си чел, че жетвата и много? Ты видишь, как она побелела, эта жатва? Ты видишь, какое время вы живете? Видишь ли, в какое время живете? Это последние дни. Това са последните дни. Жатвы много. И жетвата им голяма. А жать обаче некому. Няма работници. Мало. Потому что миллионы христиан, защото миллионы христиане сидят в бездействии, потому что они не могут проповедовать. Защото не могут да проповедовать. У них не хватает храбрости, опыта, нямат смелости, смелост, качеств, даров. И сила, и качество. Я показываю тебе путь. Я тебе показываю путь. Как вы можете резко повысить эффективность жертвы. Как можно резко да повышите эффективность на жертвы. И он стал, мне, стал говорить так. И то он говорит, вот представьте. Последний начин. Представись. Вот это человек, личность. Твой человек, личность. Известный человек. Известен человек. Медийная персона. Медийная персона. Тот, у которого в аккаунтах миллионы някой, людей, приверженцев, фанатов, сторонников. Поклонников, поклонницы, людей, которые доверяют хора, ему и идут за ним. И го следуют. Этот человек на них делает деньги. И този человек через рекламу. От тези хора. И этот человек уводит их в ад. И този человек уводит в ад. Это может быть певец. Может да и певец. Это может быть политический деятель. Может да и политический это может деятель. Быть спортсмен. Может да и спортист. Роналду на чемпионате Роналду, Европы на давал интервью. Европа е дала и когда интервью, сел за стол и когато под камерой, седал на, масата, на столе камерой, стояли напитки, на масата имало напитки, и он кока-колу от себя отодвинул. И то е больше ничего не сказал, просто отодвинул. Си, сахар не полезный, казал, типа такого. Я и махнул. И акции компании упали. И акции на компанията са паднали. Вы представляете, что это значит? Представите а себе, если он значит? Будет говорить, ами, ако говори нечто, что это сахар, что это дерьмо, что вы не что пейте, люди, не пейте, это я вам говорю, Роналду. Пейте, у него там 300 утрова, или 400 миллионов подписчиков 300 или в Инстаграме. Миллионов, под... миллионов сотни! В Инстаграм. Спортсмен! Спортист. Так вот, вот такой спортист. Или вот такая певичка. Или такая певица. Или вот такая блогерша. Или блогер. Или вот такой какой-нибудь... Урод, извините за выражение. Или... Другого слова я не найду. Тот, который весь в наколках, весь значит, и уводит людей и в тупик. Хората, в ада. И за ним там 10 миллионов людей. И него го следуют 10 миллионов хора. И в том числе хора. Твои дети. Слышу такая и децата ти. Дети твоего друга, децата соседа. На твой приятель или они сосед. Там, те эти там. Песни орут. Они там... какие-то действия песни. Совершают. Они там под воздействием этого там под воздействием влиятельного в медийном пространстве человек. И вот мы за этих людей молимся. И ние си молим за тези там хора. В церкви молятся за этих, там здесь молятся. Одна церковь си молят, друга церковь ну, допустим, у него там 10 миллионов приверженцев. И да си представим, и двоих, троих, 10, 15, 20 мы вырвали. И измыкваме някой от тях. Это здорово, да, хорошо. Твоя добре, нали? А теперь представьте, если что если ты, че, ако ти каждый день, всеки ден будешь молиться по Слову Моему, според моето слово, а самая сильная молитва это когда ты молишься по Слову Божьему. И твоя най-силната молитва. И когда ты говоришь, и когато казваш, Бог, Отец, Отец, написано, пише, делателей мало, а жатвы много. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей и на да жатву молите, свою. На если вы да так будете работницы, молиться и говорить, вот он, человек, работе, вот этот, вот начале, повторяю грубое слово, урод, это вот этот человек, грешник, грешник влиятельный, вот он может быть делателем. Той может да и работник. Вот ты его оберни, и я не знаю, да как ты это сделаешь. Знаю, ты же Савла сделал в Павла. Нали, он был изверг, он был зверь, он гнал христиан, той он их убивал. Той убивал но ты же его в один обаче, момент, в один бах, момент ты его убырнал, и сделал Павлом, и он пошел. Павел, и той почему бы тебе вот этого Моргенштерна не сделать? Или какого-нибудь там
Вот эту зловредную тетю. Или со стази, или еще кого-нибудь. Или някой друг. Кто имеет вес среди грешников. Почему его не обратить? За что не го и чтобы через какое-то время он вдруг вместо мата и вместо гнусности, которую он сегодня там проповедует, он вдруг... Ребята, вы знаете, со мной вот такое приключилось. Хора, знаете ли, случи ми се со мной нечто. Вот такое случилось. Случи ми се нечто. И свидетельство свое. Как и вы думаете, да сколько миллионов людей и пойдет как мислите, за ним? Сколько миллионов хора, чтобы последовать? Эти ребята с капелькой на губе, которые... Тези хора. И вдруг у меня открылось такое. Изведнъж ми се отвори. Это же спасение для христиан. Това е спасението за християните. Обычный маленький человек, вот как мы с вами человек, все, которые сидят дома, и ти, които стоят вкъщи, в каком-то маленьком районном центре, у кого нет даже район, никаких шансов, он никогда нигде шансов, не проповедовал, никогда не никого руки никакие не возлагал. Не он возлагал читает про себя Библию, и читай любит Библията. Бога. Обича Бога. И думает, о чем бы помолиться. И си мисли, за какво да си помоля. Я помню, как я ходил когда-то в церковь. Я си спомням, когда ходих на церковь. Когда начинал служить. И меня это так да сильно служа. Задевало и коробило, но я не знал, что предложить. Мен това много ме нараняваше, я обаче ходил не знаю, на ночную молитву. Ходих на ночную молитву. С 23 до 6 утра мы молились. Это был первый год моей христианской жизни. И пастырь. И пастора. Недавно назначенный, който бил хороший человек, не толкова много време назначен, темнокожий, приехал к нам в Севастополь из Одессы. Дошел при нас в Севастополь. И вот мы, я пришел, и он пришел, вот мы год и дойдохме заедно. Ну, стоит нас группа человек 7-8, и бяхме 7-8 души на ночную молитву. Ну, помолились, а теперь давайте молиться на языках. Молились, а теперь давайте молиться за что-нибудь. И перво решихме да се помолим на языци, после решихме нещо да изберем някаква тема. И вот я стою и думаю, а за что молиться? И аз си мисля, за какво да си моля? Я стою помалку и другие опытные скажут. Нека по-опитните кажат. Ну давайте молиться, чтобы, казват, чтобы милиция себя в городе хорошо правильно вела. Полицията да се държи добре в този ну, град. Ну помолились. И се помолихме. Ну давайте, чтобы город чистым был, чтобы не плевали. Ами нека града да е чист. Ну помолились. Помолихме се. Ну давайте, чтобы проституток убрали. Ами нека да няма проститутки. Ну давайте, чтобы власть не воровала. Ами нека властта не краде. И вот так вот, значит, помолились. И така се молихме. И как-то потом идешь по городу. И изведнъж ну, а обикалиш града, еми фасовите има. Как-то думаешь, неэффективно, наверное, мы молимся. Неэффективно се молим, сигурно. Как-то все мелко так. Нечто е, стыдно даже. Е дребно. Но согласен? А теперь представьте себе. И си представете. Тысячи церквей. Хиляди церкви. Маленьких. Малки больших. Церкви, големи церкви. И там люди, которые не задействованы има хора, никаких служений. Които не са задействованы в никакой служение. Верные христиане. Верни просто христиане, которые не знают, куда не им знают, свои силы приложить. Да си сложат потому силы, что они не верят в себя. Защото не вярват в себе. Потому что они не знают своих не прав. Знают свои права. Я помню, я приводил этот пример, но помню. Я свидавах този пример. Я был в Киеве на бях в Киев. Служение Бенни Хина. На служение на Бенни Хил. Во дворце спорта был Бенни Хин. Он был вечером, три дня подряд. Това беше вечер, три дня поред. А утреннее служение были разные проповедники за границей. Сутрин имаше други служители. И был известный такой парень, книжки у него есть. Сейчас фамилию его не помню. Темнокожий он откуда-то из Ганы, откуда-то оттуда. Ну, такой известный. Един чернокож. И он такой резкий. И той беше толкова рязък. Я аж прямо аж сидел, он обличал нашего брата. Он говорит, вы приходите сюда по и воскресеньям. Казва, вы идвате и на тук неделя, тычет. Ими показывает вы только палец. Одну единственную работу делаете и хорошую. Само одно нечто. Когда зимой холодно, вы попой греете лапку, а потом уходите. И студено, вы от вас больше никакого толку нету. Со сдупито си, и что вы есть, не что вы нет. Христиане, бойцы, или дали ви няма христиане, армия Христа. Бойцы, вы армия никто. На Христос, вот, в общем, никой. Вот так вот он наступал. И така встань, не наступаше, иди, ну и исправися, утивай. И вот я вспомнил этого человека. Я си спомних за този человек. Запугал я Пашу. И той толкова бе изплаши. Я вспомнил этого человека, вспомних этого пастора. За този пастор. И вдруг осознал. И осознах. Что Бог дает че сегодня, в наше время. Дава в това время. В современное время. Вот это вот то, что время, упомянул пастор. Пандемия, това, люди сидят по домам. Интернет вообще вошел. Все же ходят и живут вот так. И все телефони, дома разговаривают, за столом вот так. Мама с папой, муж с женой, с майки, все вот так, дети, все вот так разговаривают, смотрят сюда. В интернет. Всички са в интернет. Представьте себе. Представите нас миллионы людей. Ние сме милиони хора.
И Бог мне сказал, выбери себе 3-4 человека, молись, я покажу тебе, за кого тебе молиться. За кого ты молишь. Если я покажу тебе этих людей, тебе хора, и ты за них будешь молиться, и ты молишь за тех, то это означает, означало, что эти люди хора, будут обращены, что они будут спасены, что они могут превратиться в христиан, что а они имеют вес и влияние на огромное влияние множество людей. Их хора. Аудитория чрезмерно велика. Аудитория это жатва. Голяма, и твоя жатва. Если Павел смог, а Павел успел обратиться так быстро, да и потом я себя вспомнил. И после себя вспомнил за себе. Я когда начинал свой путь куда-то започвах свой в сетевом бизнесе. Это было в 96-м году. В 96 в то время было пробуждение. Время я жил в Крыму, и в Украине было сильное пробуждение. Было, мой район церкви образовывались. Да, и народ валил в сектанты. И хора-то... И в том числе мои дистрибьюторы. И мой дистрибьютор. Вот он хорошо работает, там учится, что-то там зарабатывает какие-то деньги, вдруг исчезает. Я говорю, ты куда? Составили сектанты, и то только по доброй работе, и вышли работу, то извинишь, исчез воняк. Богу, какому Богу? Зачем к Богу? И гупитам, где у тебя, что ты оказываешь, мы при Бога. И человек уходит. И человека заминава. Второй уходит. Мало того, что заминава. Значит, забирают в другие компании. И усвенчи, так еще к Богу. В другие компании, и у тебя при Бога, сектанты. И я стал, значит, их профилактировать, говорить им, квартиру отдашь, ну, слухи какие-то. Ходил один раз даже на собрание такое, послушал. Знаешь, даже посетил собрание. И, значит, всех клеймил. И была у меня такая девушка. Алиса Абашкина. Алиса. Хорошая такая девушка. Много хубаву мичи. Она была, она кардинальным образом поменялась. И тебя много все променило в бизнесе. Она говорит, Олег Григорьевич, я раньше была хипушка. И тебя, оказывается, аспардебя пивом на рынке овощами торговал. А сейчас такая, молодая, красивая женщина. А из видно, такая молодая, красивая жена. Такая, вся похудевшая, постройневшая, услабнула, не курит. Не пушит. Дистрибьютор компании, которая продвигает продукты для здоровья. Ну, любо-дорого продукты. И вдруг она мне, один из моих лидеров, говорит, я ухожу. Одна от моих лидеров, казва, аз и заминала. Питам при Гуго, казва при Бога. Я запошных другая. А я ходил к ее домой, к маме, я с папой, знакомил. Ну, в общем, утях, глубоко познакомился с майкой, значит, отношения такие деловые были. Им их добрые отношения. И потом я прошли годы. И минаха гудини. И я покаялся. Я си покаях. И вдруг у меня начался бизнес. И знаешь, бизнес и вдруг, потрыгнал. Когда я нашел Бога, у меня все началось. И когда после 9 лет Бога, всичку потрыгнал. И я весь год прошел, наверное. Я весь такой година, в новом пиджаке, весь такой крутой, такой счастливый, дрехи, глаза масляные от присутствия Бога. Много счастлив, я иду такой спокойный, умиротворенный по улице. Спокоен, и вдруг улица, на площади там, революции, знаешь, Лазарева сейчас, на в Севастополе, в центре города, навстречу Алиса идет. Навстречу там идва Алиса. Ну, мы остановились, начали разговаривать, и она мне говорит, так стоит, и тебя мигледа, и говорит, Олег Григорьевич, а это правда, что вы покаялись? Да истина ли, я сейчас покаяхте? И я говорю, да, я покаялся. Я сказал, да, покаяхте. Она так постояла, потом, как кинется мне на грудь. Миссия хвырли на гордите. Как начала рыдать. Запошна до реве. Как начала рыдать. Я говорю, ты мне пиджак сейчас я заказываю, что весь цапаш. Она мне говорит, Олег Григорьевич, я так молилась за вас. Я так молилась, но кто мог подумать. И кой биси помыслил. Что такой гонитель там, и вот... Че таков я не сравниваю себя с апостолом Павлом, чтобы вы поняли. Не все сравнявам с апостолом Павлом. Но я хочу сказать, что любой грешник... Всякий грешник... Любой грешник. Всякий один грешник. Любой грешник. Любой. Всякий. Любой. Что мы не знаем истории, как бандиты, как проститутки, как убийцы, как воры в законе. И убийцы, и проститутки. Превращаются в агнцев Божьих. Все превращаются в Божий агнец. Глубокие наркоманы, которые казалось бы, ни одна наука никогда не вылечит. Какую-то не сестру, вообще никакая наука не может даги излекува, изведнуш. Так почему мы не можем сильных людей, за что сильных лидеров хора, разных движений, на различные движения, выполняя заповедь Божью. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей да на жатву свою. На жатву-то да исправьте работницы. Надо нам идти к этому Моргенштерну или нет? Трябва ли доходим при Моргенштерн? Витя, давай перестань, или Алишер его там как зовут, перестань, будь человеком. Да, не надо, сиди дома в районном центре, где-нибудь
тьму таракани и мочи его в молитве. Не, просто треба да застанем, и пусть Бог его да обращает. За него в молитве, вы представляете, какое огромное, огромное видение вдруг открывает. Представите себе, сколько голямо видение маленький человек мало может человек стать вершителем может судеб огромного множества людей. Если я молюсь ако аз за какого-то человека, за человек, то эти медийные персоны наверняка известны и другие. Хора, и когда люди начинают молиться за них, то получается, что мы с Геннадием выбрали вот этого. И другие хора започнут, если молят за это. А Наташа, не зная, кто, за кого мы молимся, и молится, примерно, и Бог показывает тоже этого человека. И мы втайне друг от друга молимся за одного. И наши да молитвы, как молнии, сходятся на нем. И наши молитвы а еще кто-то подключается где-нибудь там в Петербурге, где-нибудь в Петербурге, или в Челябинске, или где-нибудь в Бургасе. Или в Бургас. И за одного того же человека и молимся. И за один и сыш человек. Моя жена мне говорит. Моя жена мне казва. Ну ты даешь вообще. Мне Бог Моргенштерна показал. Какво больше, на меня Господь мне показал Моргенштерн. Да. И потом как-то мы с ней молимся. И видно, что молихме. А мы в 9 часов вечера выходим на улицу. Беше 9 вечер и излязохме. На дворе два бассейна. Во дворе имаме два бассейна. Я вокруг большого хожу. И я с убекалем големия бассейн. Она вокруг маленького. Тя малки. И вот мы молимся, молимся, и се молим, убекалем бассейните. Сядем. Час, у нас час, 21-22, 22, молимся мы один молим. Час. И потом садимся, и я говорю, ну что было? И я питам, какво она, имаше? Ты представляешь, было? А я говорю, а вот у меня вот это, и вот мы с ней делимся. И она мне как-то говорит, молимся, и так она говорит, ты представляешь, что я видела? Я говорю, представишь ли себе, какво видях? Им надо пасть заткнуть. Треба да им затворим устите. Я говорю, как это? И как да им я говорю, видела. Ас видях. Я говорю, кого? Моргенштерна. Моргенштерн. У него здесь 666. И то има тук татуировка 666. И а вот здесь вот у него пластырь вот а тук има пластырь скотч, на устата. Руки и ноги связаны. И их надо связать и для начала. И краката им са вързани. Първо трябва да ги вържем. Я хочу спросить. Искам да питам. Где-то в глубине души. Някъде в дълбочината на душата си. Возникает ли мысль? Възниква ли ви мисъл? У вас, присутствующих здесь. А ведь я могу. Че аз мога и упорно за этих людей молиться. Да си избира човек и силно да си моля за него. Возникает такая мысль? Възниква ли ви тази мисъл? И я даже знаю, за кого уже можно молиться. Я даже знам, за кого мога да си моля. И я даже знаю, что можно заходить в аккаунт и даже знам, человека, че мога да вляза в аккаунта на человека. И смотреть, как у него человека, контент меняется. И да наблюдавам, как се променя контентом. Ведь это же просто потрясающе. За что-то това е невероятно. Сидеть в деревне, да, молиться на селу, за столичного да урода за и смотреть, человек, как его Бог меняет на и глаза. Да наблюдаваш, он начинает как говорить, Господь то он вчера матерился, а сегодня он перестает и материться и говорит, вчера вот вчера мне Бог, или там что-то там Бог. Вчера псуваше, пък днес я читал проповедь там какую-то слышал, или там книжку какую-то. Проблески, проблески. И Бог касается проблески человека. И Господь, или он говорит, человека, ой, у меня такие проблемы или начались казва, ни с того, ни с сего. Имам големи проблемы, изведнъж. И сидит бабушка в деревне и думает, и а я его мочу. На силу застава это моя казва, работа. Твоя мойта работа. Это моя работа. Твоя мойта работа. Вы представляете? И у человека появляется и на человека ему надежда, что надежда, он может не просто может быть не как само, все да верующие, а он может быть особен. А да будет особен. Вы знаете, сколько, ну мы же знаем, я заканчиваю, Иисус сказал, и не знаю, все че Иисус кладут сказал, че всички слагат деньги, пари. Но вот эта женщина положила обаче, больше всех. Жена и сложила две лепты вот эти, несчастные. Он видел. То и видел. Все молятся. Но молят. Вот эта маленькая женщина. Обаче тази малка жена. Ее молитва такая мощная. Молитва та ей толкова мощна. Что Бог видит это. Че Господь я вижда. И по ее молитве он обращает известного человека. Той обръща известни хора. Мама Василия Чуйкова, маршала Советского Союза, майка который защищал Сталинград. Но Васил някой герой, който. А? Чуйков. Да. Она была очень сильная верующая. Я была много сильно верующая. И она даже бывала, я там читал про нее, в Москву ездила из деревни. И тебя даже ее вот селу и ходила до Москва. Она была, по-моему, даже она протестантка была. Может, да и была протестантка отец даже. Отец у них был такой дикий и необузданный. А див, у нее было 8 сыновей. Не обуздал, и все 8 на фронте. Сына. Все 8.
И кто-то говорил, что не было ночи. И някой казвал, че нямало една нощ. За это 41 по 45 год, чтобы она не стояла на коленях за своих сыновей. От 41 до 41 година, все 8 до единого пришли домой. Която тя да не заставала на колене. Живые и здоровые. Не се молила. И всички ти 8 сина се прибрали в къщи. Женщина, мать. Жена, майка. В деревне, в районном центре, селу, далеко, далеч, может делать может колоссальную да работу для много Бога. Много сильная работа за Господ. Для этого нужно попросить Бога. И за твое нужно покажи да помолим мне Господ, лидера мнений. Да покажи лидера. Человека, который имеет вес и влияние человек, в интернете. Или человек, который имеет влияние в интернете. Который уводит людей в ад. Который уводит и хора сам в туда адам. Устремлен. И нацелен. Покажи мне, за кого мне молиться. Покажи мне, за кого да се моля. Чтобы я взяла это в работу. Да подхвана тази работа. Если я буду каждый день две минуты молиться за этого человека, две минуты за този человек, чтобы ты, Господь, ти, Господи, господин жатвы, господаря на жетвата, сделал его делателем. Да направишь от него работник. Вы представьте, известные люди и вдруг стали представите проповедники. Си известные хора да застанут проповедники. Те, которые сегодня там поют всякие унези, песенки, которые днес пеют някакви глупови песнички, матерятся и псуват, делают непотребности, и извършват странни вдруг неща, они начинают проповедовать и открыто говорят да это проповедовать на шоу разных и так далее. И у себя там в Телеграме, и в Телеграм-канале или где-нибудь в Инстаграме начинают Инстаграм это делать. Да започнут да и думаешь, служат это на же Господ, я! И ты да си помислишь, что вас сама. Мне сразу вспоминается «Наваждение» фильм, помните? Веднага операция си вспомним и, один фильм. Шурик, когда он с Лидой, значит, сдавал экзамены. Където едно момче помните, да? Е било на изпит. И вечером, когда они оказались уже у нее дома. И когда вечер вече се прибрали при него приятелка. И они стали думать, что вот наваждение какое-то. И она говорит, а давай проверим. И тебе казалось. Давайте проверим. И она, значит, загадай желание, а я отгадаю. Тебе казалось, загадай желание, пока что узнаем. И она, значит, спрятала мишку узнаем, под подушку, значит, там какую-то игрушку под подушку. Одна играчка под возглавницу. А он вышел такой весь. И то и ее поцеловал. И я целува. И она, правда? Она-то хотела, чтобы он ее поцеловал, а игрушку спрятала. И они оба такие вдохновились, такие. И он говорит, ну тогда я еще разочек попробую. И тут часы бум-бум, ой, уже 23 часа, завтра экзамен. Вот это слово. Тогда я еще разочек попробую. Какую-нибудь нехорошую тетю взять и вернуть в проповедники. Дай пак да упитаме. А потом сказать, ну еще разочек попробую. Господь, кого ты мне еще дай дашь? Дай пак да упитаме, Господь, кой и друг ще не дадешь? Вы представляете? Сколько можно напластать таких людей? И колко можно да намерим такого хора? Это мое самое главное послание. И твое наиглавное мое послание. Она не оставляет меня. Каждый день я молюсь на мира, за четыре человека, и всякий день си моля за четырима души. Сначала было два, които Господ потом еще показал, одного, първо бяха потом двама, еще одного. После още один и после още один. Один общественный деятель, един общественный деятел, один религиозный деятель, един религиозен деятел, один певец, един певец и один блогер. И един блогер. Четыре человека. Четырима души. Мне не составляет никакого труда. И не ми прави никакав труд. И так делают люди, с которыми и я така правят и хората, с които работя. И нам нужны люди, которые и бы не требуют хора, които чтобы получить потом да награду се присоединят, на небе. За да награда получат награда на, небе? На небесата после. Аминь. Давайте я помолюсь. И нека се помоля. Дорогой Отец. Скъпи Отец. Бог. Спасибо тебе за то, что ты сегодня нам сказал. Духом своим. Я прошу тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Помоги нам да не помогнешь, молить тебя, да ты молим, чтобы ты высылал делателей ти, на жатву свою. Да не спрашиваешь работники за свою покажи жертва, нам тех людей, да за которых нам надо молиться. Хора, за които трябва да се молим, и дай нам страсть, и не дай страсть, и силу, и сила, и любовь к этому любовь человеку, към този човек, чтобы он был спасен. За да може той да се спаси. И чтобы это спасение повлекло за собой кардинальные перемены. И да повлече след себе си много силни промени. И чтобы люди, на которых хората, он может иметь вес и влияние, върху които има влияние, чтобы они тоже да могат были също, пожаты да будут в свое время. Пожинати. Спасибо тебе. И ние ти благодарим. И еще, Господь, и Господи, пожалуйста, молим те,
Научи нас. Да не научишь. Любить тебя. Да обичаме теб. По-настоящему. Истински. Вложи в нас. И да вложишь в нас. Настоящую любовь. Истинская любовь. Чтобы мы поняли. За да разберем. Как нужно любить тебя. Как трябва да те обичаме. Как познавать тебя. И как да те познаваме. Как действовать и так. И как да действуваме. Чтобы твои слова думи были исполнены. Да са исполнени. Во имя Иисуса Христа. В имя Иисуса Христос. Аминь. Аминь. Спасибо за внимание. Благодарим за внимание.